Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. На Аллее Славы состоялась акция памяти жертв трагедии в Беслане. И пленом стал спортзала круг и школьная обитель. Плечом к плечу здесь стали друг и школьник, и учитель. В Видном прошло областное совещание, посвященное Дню ветеринарного работника. И нас ждет впереди только яркое, красивое профессиональное будущее. В центральном парке города Видное открылся детский автогородок. Здесь важно понимать, что безопасность наших детей в наших руках. 3 сентября в календаре нашей страны – особая памятная дата. В этот день россияне вспоминают события 17-летней давности – теракт в Бесланской школе номер 1. На Аллее Славы прошла акция памяти жертв трагедии. И пленом стал спортзала круг и школьная обитель. Плечом к плечу здесь стали вдруг и школьник, и учитель. Учитель всех учеников вокруг себя сплотил. Великой выдержки в тот день знаний научил. Прошло 17 лет, но помнят эти события, будто они были вчера. В День солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране проходят акции памяти жертв страшной трагедии, произошедшей в первой школе города Беслана. Совершенно очевидно, что ни жизнь людей, ни их здоровье не должны зависеть от прихоти преступников. Терроризм не может быть оправданным или прощен. Пусть они узнают, что у терроризма нет срока давности. Нет срока давности и у боли, а ее с пострадавшими разделяет вся страна. Возложить цветы к памятникам матери и воинам-интернационалистам на Аллею Славы пришли около 100 человек. Дети и взрослые, все со слезами на глазах. Почетным караулом выстроились воспитанники оборонно-спортивного клуба «Ратник». На посту стояла и Анастасия Гудкова. События Беслана произошли до ее рождения, но девушка знает о них по рассказам наставников. Это не люди, которые там были террористы, это просто звери. Но, как нам рассказывал наш тренер, они хотели террористы отсоединить Чечню от России. И в этой школе умирали дети, которые приходили на линейку. В акции памяти приняли участие и ученики 6 класса Видновского художественно-технического лицея. Сегодня они только узнают о трагедии, но их уже ошеломляют цифры. Более 1000 заложников, 333 погибших, из которых 186 – школьники, просто пришедшие 1 сентября на День знаний. Александр Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. День ветеринарного работника отмечается ежегодно 31 августа, начиная с 2014 года. Во Дворце культуры города Видное состоялось областное совещание, приуроченное к этому профессиональному празднику. Подробнее о мероприятии в сюжете Натальи Буслаевой. Безграничная любовь к животным – главная причина, по которой люди выбирают эту сферу деятельности. Елена Туровникова – ветеринарный врач с 25-летним стажем. О другой профессии даже не мечтала, так как выросла в семье ветврачей. Когда я росла, собственно, я видела эти вопросы, я видела, как нужно относиться к животным, как их лечить. И, конечно, писала сочинение в свое время о профессии, именно задумываясь о том, что у нас такие пациенты, что они не могут сказать, что у них болит, да? И в этом, в общем-то, такая особенность. Мы должны сами определить. На территории нашего муниципалитета расположена Ленинская ветеринарная станция, где сейчас трудятся 66 специалистов. Именно благодаря их усилиям обеспечивается санитарное благополучие округа. С начала этого года испытательной лаборатории учреждения было проведено 60 тысяч исследований. Мы первые пустили в эксплуатацию мобильный пункт искусственного семенения, который сейчас, в настоящее время, пользуется спросом среди личных владельцев, личных пособных хозяйств, крестьянского, фермерских хозяйств и больших сельхозпредприятий. Коллегия, посвященная Дню ветеринарного работника, в Видном проходит уже во второй раз. Отметил достижения специалистов и поздравил с профессиональным праздником министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Нам 138 лет в этом году, и мне вам рассказывается, через какие сложности, перипетии, постоянные реорганизации мы за последнее время прошли. Но у меня есть четкая уверенность, что мы встали на правильный прямой курс. У нас сейчас создалась хорошая, продуктивная команда, начиная с ваших сотрудников, заканчивая руководящим составом.
И нас ждет впереди только яркое, красивое профессиональное будущее. Ветврачи округа обслуживают более 200 предприятий по ввозу, хранению, переработке, производству и реализации продукции животного происхождения. В 2021 году было вакцинировано около 3000 голов. Также проводится вакцинация диких плотоядных животных. Стойкое эпизодическое благополучие территории, прежде всего, нашего Ленинского городского округа, это, несомненно, заслуга всех сотрудников, специалистов Ленинской ветеринарной станции, за что я от себя лично, от руководства выражаю огромную благодарность. В ходе мероприятия были подведены итоги и намечены перспективы дальнейшей деятельности ветеринарной службы Подмосковья. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В центральном парке города Видное открылся детский автогородок. С его помощью маленькие жители округа смогут не только изучать правила дорожного движения в теории, но и попрактиковаться переходить улицу в положенном месте на правильный сигнал светофора. На открытии городка, которое стало настоящим праздником, побывала и наша съемочная группа. На импровизированной выставке старинные мотоциклы и автомобили госавтоинспекции соседствуют с современными, оснащенными по последнему слову техники машинами. Причем экспонаты трогать можно, чем и пользуются ребятня, пришедшие на открытие автогородка. Здесь же для них проводят небольшую экскурсию. Будут применяться звуковые сигналы, которыми оборудован современный автомобиль ДПС. Там есть специальное громкоговорящее устройство, в которое инспектор подает команду. Водитель, справа остановка. Глава округа Дмитрий Оборенов вместе с начальником управления госавтоинспекции Главного управления МВД по Московской области Виктором Кузнецовым и заместителем председателя правительства Подмосковья Ириной Коклюгиной осмотрели детский городок, превратившийся в этот день в один большой островок безопасности. На открытие городка собрались воспитанники детских садов и общеобразовательных школ города Видное. Многие из ребят являются юными инспекторами движения. Но, взяв слово на церемонии открытия автогородка, заместитель председателя правительства Московской области Ирина Коклюгина отметила, что важная роль в воспитании правильного поведения на дороге отводится родителям. Я сама родитель, у меня трое детей. Здесь важно понимать, что безопасность наших детей в наших руках. Почему? Потому что это тоже образование. Образование, оно везде, оно не только в школе. Каждое утро, когда вы водите ребенка в школу или в детский сад, ведя его за руку, каждый раз останавливаться перед пешеходным переходом, и как мантру, я не знаю, со мной так моя мама проговаривала, я так проговариваю со своими тремя детьми. Маша, мы останавливаемся, смотрим направо, смотрим налево. Даже если загорелся зеленый свет, мы все равно смотрим по сторонам и ждем, пока остановится машина на пешеходном переходе. Открытие автогородка в центральном парке города Видное стало еще одним важным шагом в деле пропаганды среди детей и подростков правил поведения на дороге. Во многих детских садах округа есть подобные детские городки, где сотрудники Ленинского ГИБДД проводят выездные уроки. Но оснащение этого и богаче, и интереснее. Мне очень приятно, что мы начинаем заниматься с детьми именно вот в таком возрасте, потому что потом уже может быть поздно. И то, что сегодня существенно снижается смертность на дорогах, это заслуга и Виктора Владимировича, правительства, и вас, дорогие родители. Спасибо, спасибо вам огромное. Нет ничего дороже жизни наших детей. К сожалению, полностью победить детский травматизм на дорогах пока не удается. С начала года в Ленинском городском округе произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Тем не менее, цифры год от года снижаются, и этот автогородок – еще один из способов повлиять на печальную статистику. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева открываются автогородки для обучения практических навыков детей безопасности дорожного движения. И в ближайшее время я уверен, что будут открыты практически во всех городах Московской области. Подобные мероприятия призваны не только еще раз напомнить детям о важности соблюдения правил дорожного движения, но и показать, что сотрудники госавтоинспекции на дорогах – помощники и друзья. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В Ленинском городском округе участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в краже 8,5 тысяч долларов США. Мужчина уже ранее был судим. В дежурную часть МВД России по Ленинскому городскому округу обратился 42-летний житель города Видное, который сообщил о краже сумки с документами и денежными средствами, которую он оставил на скамейке вблизи улицы Строительная.
После изучения записей с камер видеонаблюдения участковые уполномоченные Видновского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили на следующий день и задержали 38-летнего мужчину. Что сделали с сумкой, когда украли ее? Передал старому другу. Поделили деньги. Угу. Куда денежные средства потом дели? $100 пошел проверять, настоящий или нет, в Сбербанке напротив дома. А остальную часть денежных средств спрятал. В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денежных средств, которые были спрятаны за тумбочкой, а также в книге с вырезанными страницами. Вы осознавали, что совершаете преступление? На данный момент нет. На тот момент? На тот момент. Вину свою признаете? Да, признаю. В отношении правонарушителя следователем Следственного управления ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В преддверии очередной годовщины битвы под Москвой в средней школе поселка совхоза имени Ленина открылась выставка уникальных военных фотографий. Здесь же представлено и несколько портретов героев Великой Отечественной войны. Экспозиция, насчитывающая несколько десятков фотографий и картин, была подготовлена при участии Музея обороны Москвы и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». На фотоснимках запечатлены бойцы Красной Армии и местные жители, участники битвы за Москву, которая продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942. Мы постарались нетривиально подойти к организации выставки, и в этом нам помогли сотрудники Музея обороны Москвы. В своих архивах они нашли редкие фотографии, многие из которых здесь представлены впервые. Также в школьной экспозиции наряду с фотографиями представлено несколько картин донбасской художницы Татьяны Пономаренко-Левераж. Это портреты героев Великой Отечественной войны. Они входят в цикл работ, который носит название «Имена Победы». Фотографии и картины будут выставлены до апреля 2022 года. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания.